для мужчин и для женщин. Буануар, черный лес. Об этом аромате вот вы можете смело говорить, что это для тех, кто любит, вот есть такие коллажи, древесные коллажи, где вот самая-самая качественная, самая лучшая древесина, вот все собрано в одном флаконе. Вот, плюс ноты бальзамические присутствуют. Вот как, это аромат для прогулок, это аромат для раздумий, это аромат для погружения в себя, для созерцания там, себя изнутри. Очень такой философский, в то же время очень мягкий, красивый, богатый аромат, который вот нравится многим женщинам и мужчинам и великолепно раскрывается на той или и на другой коже. Вот. И поэтому вот для поклонников дымных, таких древесных, бальзамических ароматов вы можете смело рекомендовать черный лес. Это унисекс. Вот у нас дамы даже больше покупают его и как-то с большим энтузиазмом, чем мужчины тоже. Но вот дамы просто в восторге от этого аромата. Основные компоненты – это гвоздиковое дерево, сандал, пачули, бальзамин и абсолю ладаника. То есть самые-самые древесные, такие яркие тяжеловесы, все собраны вот в аромате черный лес. Его вот я бы носила, конечно, в такую вот дождливую погоду, возможно, с ветром, и либо в какой-то такой вот межсезонье. Вот он действительно очень красиво раскрывается, потому что зима, к сожалению, не его время. Надо просто понять, вот в какое время, скорее всего, это межсезонье, вот слегка повышенная влажность или дождь. Когда его можно надеть и действительно получить от него удовольствие.